Одно из наиболее знаковых событий в подготовке к 9 мая для нашего региона – это отправка военной техники на парад Победы в Москву. От Тейковской ракетной дивизии в столицу отправляются ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс». Технике и ее экипажам предстоит преодолеть более 300 километров по дорогам общего пользования до подмосковного Алабина. Только от вас, стоящих в этом строю, от того, насколько будет сконцентрирована ваша воля, ответственность, профессиональное мастерство, напрямую зависит качество выполнения поставленной задачи. Впереди многочисленные тренировки, подготовка к параду личного состава вооружения и военной техники. Надеюсь, что личный состав военнослужащих 773-го ракетного полка с честью и достоинством выполнит поставленные задачи. Впереди 2 месяца тренировок и репетиций. Ну и, конечно же, важнейшее событие – парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.